Ну, привет всем, друзья! Приехали мы в песчаный карьер. Сегодня у нас Duster 1.6. Мой автомобиль. И Kia Sportage на переднем приводе. Покатаемся по песку. Сначала мы будем кататься на 2 атмосферах. Потом стравимся. Ну и посмотрим разницу. Я вот сюда сейчас заехал. Без каких-либо... Абсолютно без каких-либо проблем. Единственное, вот здесь вот диагоналочка облаз. Ну, давайте, вот смотрите, 1.6 с ESP у него. Алексей всегда участвует в наших покатушках. Карьер, конечно, классненький. Ну, потом покатаемся, посмотрим. Специально взяли Kia Sportage. Тоже, видите, заехал. Сейчас мы Kia Sportage сюда попробуем загнать. Сегодня погода теплая, обещали 30 градусов. Вот, сделал с губки, со Спанчбоба против ветра на микрофон. Так что проверим. Желтенький. Ладно, Серега едет. Автоматика, электроника есть. Давайте смотрим. О как! Я что думал, он даже дальше заедет. Ребята, специально взяли монопривод. Монопривод — это передний или задний привод, я говорю. Противобуксовочная система у него установлена. Сейчас попробовать на скорости. Я тут же стартану, да? Ближе. Ну что, берет разгон. Подняться он, возможно, может, но здесь вот получится диагональное вывешивание. Тяжело, ребята, хотя и система ESP у него стоит. Противобуксовочная система. Блин, я думал, он это выше заедет. Я же тебе сказал, что он даже здесь рыпаться не смысла нет. Интересно, конечно. Все, он приехал. Он дальше. Так, ну ладно, вот вам и наглядный пример. Где на девятке мы тоже сможем. Да, где на девятке мы тоже сможем. Оказывается, видите, нет. Все-таки полный привод или даже с имитацией полного привода намного легче едет. Ладно, давайте сейчас на другую локацию заедем. Разгон, разгон берет. Давай, 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 давай. Нет, вот он же предупредил, что он доедет ровно до половины. Ясно. Еще попыточку сделает, нет? Интересно. Тут мелкий песок, кварцевый такой. Нет, не затягивает. Одно колесо. Диагональка встает и все. Да. Попробуй подняться. Танки грязь не боятся, давай. Межосевой пока выключу. Закапывать? Пол колеса уже. Закапать пробуй. Так, попробую на город. На первой пониже. Слушай, а тормозов-то нету. Да нет, они-то есть, но они просто... А вообще прикольно. Не держит, ты юзом по песку просто идешь, так, и все. Ну давай еще, сейчас я, давай, межосевой заблокирую, посмотрю, будет разница. Межосевой включил и первая понизу. Ой, зря. Озеро. Ну-ка еще раз так сделай. Еще раз так сделай. Красиво получается. Слушай, а тормозов-то нету. Начался второй понедельник, переключился, и она зарылась. Давай первая понедельник. Попробуем натяг, наверное. Итоги моего заезда: на первой повышенной не хватает, песок — это вообще тема. Межосевой блокировал, едет лучше. А с блокировками, самоблоками, все 4 колеса гребет. Здесь я пробовал и на первой повышенной, и на второй пониженной, на первой пониженной, и блокировал. То есть вот я максимум, когда ехал. Здесь, в принципе, можно было выше заехать, но уже страшно. Так, давайте. По моим следам заезжает у нас Duster. Напоминаю, 1.6. Система ESP. Все есть. Просто, ребята, будем наблюдать. Ну давай, поехали. Нагазовывает. Дальше уже, ребят, там ехать начинает сносить и песок. Не знаю, как на микрофоне шумоподавитель будет работать. Но место вообще обалденно, ребята. С места не хватает, видите? Ну, песок прям тяжело. Я давно хотел приехать на песок покататься. Ну вот, смотрите, на данный момент, что я вижу. Система ESP подтормаживает одно колесо, то есть не все колеса крутятся. А у меня, как Алексей сказал... Нет, она идет. Не поехал, ну да, там страшно. Давай вот туда пробуй. Вставай также вслед и поехали туда. Ну и вот, Алексей говорит, что у меня все колеса крутились, когда я буксовал. У Алексея немножко система по-другому работает. Там за счет притормаживает колеса. Блин, ну здесь, ребята, конечно, вязнет. И самое главное, знаете, что интересно? Разгон здесь большой не возьмешь, потому что место ограничено. Место у нас ограничено. Не хватило пока, не хватило. Давай, давай, дальше. Вот максимально такой же разгон, как у меня. Нормально идет. Ай? Да, вот если ты говоришь, что у меня все колеса крутятся, а у тебя некоторые стоят, потому что передаточное число на другое колесо передают за счет этого. Здесь ездим за Алексеем. Так, песочный спуск. Еду на первый пониженный. Межосевой у меня выключенный. Попробуем на те горочки скатнуться. Но вообще красота, ребята. Смотрите, какие песочные круги. Как ветром все это надувает. Смотрите, как красиво. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаю туч. Ну, вообще прикольненькое место. Аж блестит. Ну, вот здесь вот и добывают, наверное, или добывали когда-то кварцевый песок. Так, Алексей пробует свои силы. Чё, Алексей? Это не грязь и не снег. Да, песок вообще интересно. Не, сейчас мы спустим. Мы пока катаемся на двоечке. Сейчас я попробую. Ты туда максимум заехал? Или можешь заехать еще? Можно еще заехать, я не знаю. Но она там вязнет. Ну, все. Понятно. Так, ну давай, поедешь еще? Давай максимум, попробуй максимум. Потом стравимся. Максимальный разгон. Красавчик. Ребята, мне Duster нравится. Серега говорит, вот там можно проехать и туда выехать, дорога. Ну вообще молодчик, Duster, мне прям нравится. Едет отлично, отлично едет. Хоть 1.6, но прет, прет. Диагональ. Понижайки? Ага. Он не выйдет на понижайке. Выйдет. 4 грибы, 4 грибы. Ходы подвески позволяют здесь спокойно ездить. Как-то так. Чуть. дальше ее проходишь вот метров 5. Ну, а там дальше морду увидишь уже, никогда опустится вниз она. Давай. Так, ребята, спускаемся. Песчаные горы. Вообще прикольно, ребята. Вау-вау-вау. Ох. Классно, классно. Так, ладно, давайте стравимся. Смотрите, стравились мы примерно по единице, может 0,9. Резина Виати Боска, трассовая. И у Алексея, тоже он стравился до единицы. Континенталь, у него примерно так. Сейчас мы с тобой что, вот по этому следу попробуем вверх. Но здесь очень много, конечно, песка. Мы спуститься спустились, подниматься будем сейчас на стравленной резине. Поехали, Алексей. Сказать про движок Нивы. На первой прямой у меня туда не едет, вообще не едет. Вторая понижена не хватает, первой пониженной много. Смотрите, заехал. Блин, красавчик. Что-то я прям даже не знаю, заеду ли я. Но сейчас он спустится, посмотрим. По единице стравились. Давай с разгончику! На первой, на прямой пошел. Без понижайки. О, залез. Такое, что на первой пониженной она зарылась, а потом на второй пониженной, ну тоже межосевой был заблокирован и газ в пол, тогда она в принципе едет, оказывается. Так что все нормально, едем. Второй пониженной попробуем. Вторая пониженная. А нет, едет на второй пониженной. На второй пониженной едет. Хо-хо-хо-хо. Клево. Все понятно. Вторая пониженная, газ в пол. Тогда она едет у нас. Смысл такой, что на первой пониженной она зарылась, а потом на второй пониженной, ну тоже межосевой был заблокирован и газ в пол, тогда она в принципе едет, оказывается. Так что все нормально, едем. Понравилось нам кататься по пескам. Сейчас попробуем вот так вот заехать. Травленная, да, поехали. Ну попробуем. Коль приехали, ну и вам показать. Конечно, была бы стандартная машина, без самоблоков, я имею в виду. Так. Сравнить не с чем. То, что если бы машина без самоблоков была, вот мне было интересно, как она бы заехала. Смысл в том, что самоблоки помогли в этом случае, не помогли. Пока нельзя, как говорится, точно сказать. Ладно, в следующий раз возьмем автомобильчик. Съездим сюда еще разок. Ух-то, ух-то. Классно, молодец. Да он сейчас нароет, я туда как заеду-то. Еще один заход, я заеду. Ну пробуй, пробуй, что ты. Места вообще классные. И знаете, как в пустыне. Ветер, песок летит. Поэтому я очки одел. хочет побольше разгончику взять. Но мы тоже попробуем. Газ в пол, вторая пониженная. Блин, ну Дастера красавцы, ребята. Все? Ладно. Давайте, пойдем мы попробуем заехать. Посмотрим, как у нас все это получится. Давайте, ставьте там пальцы, подписывайтесь обязательно, ребят. Ну, прикольно же, снимаем хорошие видосы, вам показать. Ну все, заезжаю я. Классно. Ну что, нормально заехали. Вот ты стартовал оттуда, откуда я. Мне кажется, между тем им тяжелее, что ли, мы ехать. Дальше не едь, это далеко уже. Вот ровно стоит машина. Если бы я оттуда снизу разгон взял, я бы до конца доехал. Между всего выключил. Давай, пробуй. Я что-то не понял, ты что, на прямой, не на пониженной? Вроде пониженная. Сейчас попробую еще. Нет, это не пониженная, это прямая передача у тебя. Вот сейчас на прямой поеду. Давай. Ну ты к Оренбургу еще уедь. Нормально? Давай, давай, пойдем. Тебя несет, перевернешься ведь сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что делает, блядь? А что делать? Понятия не имею. Сейчас Серегу поддержим, у тебя вправо, влево руль повернешь и вперед поедешь. Серег, Серег! Серег, идем, придержим машину сбоку. Леха, что делать? держим, у тебя влево руль повернешь и вперед поедешь. Вперед. Машину держите справа, машину справа держите. Машину держи за окна. Машину держи. Тебе нужно, блядь, виталета? Колеса куда меня смотрят? Колеса прямо стоят. Так, назад немножко. Не надо, по-моему, назад. Надо назад, влево руль и вперед. Влево и вперед. Мне тоже так кажется. Че? Ну здесь надо ее держать. За жопу, чтобы не перелетать. За жопу. Жопу надо встать. За окна встать. А вот мы сейчас не вместе улетим. Он сейчас пойдет туда. Состав готова. Счастливого пути. Она не заводится. Нет, наверное. Система готова. Счастливый. Виталь, включай первую передачу. Стой, не крути. Включай первую передачу. Слышишь, что говорю? Да слышу, блядь. Влево до конца руль. Влево еще. Фу, бля. Ребят, чуть не обосрался, бля. Честно скажу. Обосрался конкретно. Ну что, сейчас был критический момент у меня лично. Я чуть не перевернулся. Вот реально чуть не перевернулся. Ой. Видео перестали снимать. Меня держали разными путями. И машина перестала у меня заводиться. Не то ли бензин ушел. Блин, ну было страшно. Сейчас Duster попробует по тем же следам. Вот. Почему-то первый раз я заехал. Вот вон она стоит, где вот ты... Давай, пробуй, Алексей. Первый раз у меня получилось. Потом я пробовал на первой повышенной. У меня она не смогла поехать. Блин, не знаю. Или то, что Duster стартует быстрее, у меня не хватает разгона, что ли, туда. Вот, ну видите, Duster опять заехал. И у меня только получилось один раз туда заехать. Ну попробую сейчас еще разок. Далее пытается покорить непокоримое для него. А у меня полные ботинки. У меня в ухо хвата. Да, Антон, не могу понять, что у меня лампочка горит, бензин. Что, лампочка горит? Да. И показывает полный, да? Да нет, вон. Может, вы идете отсюда, пока не поздно? А что будет? А где бензин летит? Вроде ничего не течет тебя. Кто-то лазит в эфире на нашей частоте. Ладно, попробуй. Не отсюда же такая? Да? Или вот отсюда? Не, не отсюда. Пошел, 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 пошел. И тут бац, и сдох движок него. Не хватает двигателя, мне кажется. У тебя же 2 литра? Не знаю, не хватает. 1,6. 1,6? А у меня 1,6. Непонятно. Угу. Во. Начинает правый. Давай, 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 давай. А что опасно? У тебя самоблоки так работают, что опасно? Вот сейчас передний так вот. А задний вообще что-то как-то это. А задний... Вон у тебя и в прошлый раз как нет. Сейчас еще раз. Лениво. Ты назад пробуй. Ты туда заворачивай больше. Во-во-во-во. Но они включились. Да. Теперь они у тебя заблокировались. Говоришь, опасно, страшно. Что может быть страшнее, чем перевернуться? Как-то опасно. Самоблоки так работают. Ну вот сейчас передний так воткнулся. А задний вообще что-то как-то это. А задний... у тебя и в прошлый раз как-то нет. Сейчас еще раз попробую. Да. Теперь они тебя заблокировали? Наверное. Отлично. Система ESP работает. Ну что, хочу примерно сказать так, что два самоблока, это, я думаю, как система ESP. Ну, примерно я могу сказать, что это так примерно. Да. Я говорю, что мои самоблоки это примерно как у вас система ESP. Ну, примерно. Смысл примерно. Только они блокируются, а вас колеса поджимают тормозные колодки. За счет этого перекидывают у вас. У тебя просто-напросто в один прекрасный момент они блокируются полностью. Ну да. Есть как работает электроника. Да. Ладно, что, заканчиваем. Поедем домой потихонечку. Серег, а ты свою покажешь? Да, Сергей, попробуй заехать. У тебя же есть ESP. Сейчас попробуем. Давай, попробуй. Она, знаешь что, она душит. Серега, ты не отмазывайся, а встань, а мы посмотрим. Давай. Она у тебя борта должна двигать все равно. Подъезжай. Сейчас Киеву поставим. Ну и поедем домой. Ладно, ребята, спасибо, что смотрели. Сегодня денек был насыщенный. Я чуть не перевернулся на песках. Самоблоки, в принципе, все работает. Гребут все 4 колеса. Что еще сказать? Ну, Duster 1.6. Не знаю, или разница в крутящем моменте, или там, не знаю в чем. Но Duster в песок заехал намного выше. Я и пробовал... и заблокированным дифференциалом, и без, и на первой повышенной, на второй пониженной движку в конце не хватает, на первой пониженной она взрывается. Поэтому золотой середины нету. Что сказать про самоблоки, то самоблоки, конечно, надо поставить. А в зимний период вообще обалденно работают. Ну и даже сейчас... пожалуйста, ESP. И не надо полный привод, он все равно в диагонали вытаскивает. Я это удалю. Офигеть. Классно. Классно, ребята, классно. Вот вам электроника. Никаких блоков и ничего. На этой печальной ноте с вами расстаемся. Тормози. Ну, хочешь посмотреть? Давай еще раз попробуй. Отключил. А, ну вот, все. Да, получается. Сейчас ESP, да, вот она крутится. Смотрите, разница. ESP отключена. Момент не передает на зажатое колесо. Давай. Вот сейчас, смотрите, ESP подключили. Все, поехало. На одном колесе всего лишь выехал автомобиль. Мы тебя поздравляем с хорошей, с хорошей покупкой тебя. Да. Классно. Я уже несколько раз проверял, как у себя. автоматика отрабатывает. Вот, смотрите, буксует. Элементарно автоматика вытащила автомобиль без всяких блокировок, без всего. Короче, буксующий прихватывает, да, передает. Да. Так что вот он, выбор. Вот, видишь, даже задрожала, да. И потащила ее. Делайте выбор сами. Показываю вам реальности, как есть, без каких-либо, как говорится, ничего не проплачено. АвтоВАЗ нам не платит, Duster нам не платит, Kia нам не платит. Просто наши личные автомобили. Мы вам покатались, показали, как что едет. Все, ребят, давайте, пока-пока. Не забывайте там подписаться, лайкосы поставить. Но мы поехали домой.